юго-восточная окраина Рязани. Заброшенный яблоневый сад. Совсем недалеко отсюда шумный суетливый город с вечно торопящимися людьми и бесконечным потоком машин. А здесь, в саду, заросшем дикорастущими растениями и давно превратившемся в оазис природы, царит спокойствие и умиротворение. Настоящий птичий рай. В саду проживает множество видов птиц и бесчисленное количество насекомых, необходимых для их питания. В природе все сбалансировано, все имеет свое предназначение. Как и положено в раю, заливается соловушка. В зарослях травы тщательно спрятано его гнездо. Величественно в небе парит коршун. Это странное сооружение в виде варежки – не что иное, как птичье гнездо. Настоящее произведение искусства. Принадлежит оно Ремезу. Ястреб-перепелятник высматривает добычу. Его птенцы подросли, и их необходимо постоянно кормить. В этот период маленьким птичкам нужно быть особенно осторожными, ведь аппетит у ястребят очень хороший. Именно поэтому дрозд-белобровик расположил свое гнездо в 5 метрах от дрозда рябинника. Ведь рябинник, защищая свое потомство, невольно охраняет и гнезда всех соседей. Это вяхрь со своими птенцами. С нетерпением ждут прилета родителей птенцы черного дятла. Дремлет в своем гнезде ушастая сова. Ждет наступление темноты, чтобы выйти на охоту. У нее 5 совят. Опасения, что сова будет нападать на маленьких птичек, не подтвердились. Численность грызунов в этом году достаточно высока, и сова все лето охотилась на них. Состав пищи сов легко можно определить по их погадкам. Во всех погадках, которые мы нашли в гнезде, находящемся в заброшенном яблоневом саду, были только остатки мелких млекопитающих.
Однако по соседству с садом в ближайшей лесопосадке поселилось две семьи соек, у которых вывелось многочисленное потомство. Эти хищники доставляют немало неприятностей маленьким птичкам, так как любят лакомиться их яйцами. Паре певчего дрозда, построившей гнездо в бетонной плите, не повезло. Их яйца были украдены, по всей видимости, сойками. А вот птенцы белобровика благополучно выросли и в положенный срок покинули родительское гнездышко. Теперь главное не попасть в когти ястреба. Не все птенцы, появившиеся в этом году в яблоневом саду, доживут до взрослого возраста. Но те, что выживут, на зимовку отправятся в теплые края или переберутся в город, поближе к людям, чтобы будущей весной вернуться в свой птичий рай.